Добрый день, дорогие друзья. Это видео будет называться, как всегда, о погоде в городе Барнауле. Сегодня у нас 10 мая, воскресенье. Погода в Барнауле у нас сейчас солнечно. Легкий ветерок. Оценивается как плюс 22 градуса, ну, как сейчас модно говорить, по ощущениям, плюс 16, но это из-за ветерка. Выдался хороший солнечный день, майский, прошли праздники. По всей видимости, 12 числа мы и начнем работу. Ну, не все, но я точно начну. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш. Убедительная просьба, подписывайтесь на мой канал. Будет новое видео об экономической ситуации, о ценах и ценообразовании в России. Сейчас это актуально. Смотрите предыдущее видео. Желаю всем здоровья, счастья и исполнения всех ваших желаний. Всего вам доброго, дорогие друзья!